чтобы более серьезно принять прибежище у Кришны. And taking shelter of Krishna in this age is to take shelter of the Sankirtan movement. И принять прибежище у Кришны в наш век означает принять прибежище в движении Санкиртаны. As revealed to us by Srila Prabhupada. Как нам это открыл Шрила Прабхупада? That means whoever we meet, это означает, кого бы мы ни встретили, our meditation has to be, how can I serve them? How can I help them become more conscious of Krishna? Как я могу, наше настроение должно быть, как я могу помочь этому человеку, чтобы он стал более сознающим Кришну. That's the Sankirtan movement. Вот в этом суть движения Санкиртаны. Not that there's only a few devotees who are distributing books or giving classes. А не так, что у нас несколько преданных, которые распространяют книги, дают лекции. Their position is to be the preachers. Вот они, проповедники по положению. And my position is to be in Maya. А мое положение — быть в Майе. My position is they're supposed to save me. И my position is that they're supposed to save me. И мое положение таково, что они должны меня спасти. They're the saviors and I'm the saved. Они спасители, а я тот, кого нужно спасать. But there's nothing like that in Chaitanya Mahaprabhu's movement. Но в движении Чайтанья Махапрабху такого нет. We'll be saved as much as we try to help save others. Мы станем спасенными только в случае, если будем спасать других. And we don't have to worry about, you know, I don't know anything, I hardly know any verse from Bhagavad Gita. И мы не должны беспокоиться, да я же ничего не знаю, даже стиха из Бхагавад Гиты не знаю. All we have to be convinced is that there is a God. Единственное, в чем мы должны быть четко убеждены, в том, что есть Бог. And it's not me. И что это не я.